Всем RTX, вы на канале RunMix. Сегодня у нас обзор игры под названием Dude Zeft Wars. Точнее, мы просто посмотрим на нее и также немножко поиграем. Также вкратце я расскажу, что здесь происходит. Ну и начнем по дефолту с настроек. Графика минимальная, средняя, ультра. Ну, ультра у меня стоит. Все включено на максималках. Все, короче, стоит, кроме чувствительности. Чувствительность я бы вот немножко повысил, а так мне более-менее нормально. К сожалению, экран что-то не переворачивается. Вроде как за деньги нужно его типа покупать, чтобы он переворачивался, но не суть. Просто немножко неудобно из-за того, что микрофон находится в другой части телефона. Так, ладно. У нас доступны три персонажа, два из них закрыты. Возьмем тогда открытого, что еще остается делать-то. Текс. Вообще, я довольно-таки долго выбирал, какую игрушку следующий на обзор поставить. Ну, будет это. Сейчас мало годных игр действительно выходят. Если выходят, то их фиг найдешь. Так, ладно, давайте приступим, собственно говоря, осматривать этот мир. У нас здесь летают летучие мыши. Я так понял, это атмосфера Хэллоуина. Чё я сразу заметил? У нас в дом летучие мыши как-то пролетают. Я не знаю, с чем это связано. Так, а мы можем закрыть дверь, да? Неплохо. Еще можно включить и выключить свет. Здесь довольно-таки интересное взаимодействие с миром. Можно взять пульт. Блин, только на него навестись надо. Ох ты, а что с пультом творится? Ладно. В смысле, куда он за текстурки упал уже? Да, без бага в этой игре не обошлось. Давайте вкратце расскажу вам про нее, потом оставлю только самые интересные моменты из игры. Игра напоминает GTA 5. Я думаю, все, кто играл, ну, например, в San Andreas, этот район помнит. Если я не ошибаюсь, то этот район был именно в San Andreas. Так. И мы можем еще дома здесь покупать. Оно очень похоже, кстати, по стилистике на GTA. Ёлки. Только тут что-то с машинами чуть-чуть не то творится. Графика у нас... Ну, такая в интересном стиле сделана. С физикой разработчики здесь нашаманили такое, что, блин, в игре, точнее, игре с физикой можно только позавидовать. Вот там, кстати, вертолет есть. Давайте еще вот чувака вам покажу. Вот они здесь все ходят, такие жизнерадостные. Он чуть не упал. Что с ним такое творится? По-моему, я знаю, что они жизнерадостные, но это не суть. Есть еще слоу-мо режим. Он все замедляет. Это действие. Давайте посмотрим. Текс. FPS что-то по-разному себя ведет. Иногда 40, иногда 160, иногда 30. Текс. Что это такое? Да, неплохо слоу-мо режим работает. Блин, она с машиной не сбила. Вот что я и говорил про физику. Так, стой. Пожалуйста, остановись. У нас еще есть телефон. С него можно там всякие штуки делать. Даже камера есть. Вот как мы выглядим. Мы можем, в принципе, себя сфоткать. Вот. Так. Окей. Что у нас есть еще? У нас есть, кроме руки, граната и бита. Давайте юзанем гранату на челике попробуем. Это уже все равно, я так думаю. Вот как это все выглядит. Давайте в слоу-мо. Ой-ой-ой. Я боюсь, она не долетит. Такс. Ну, взрыв, смотрите, так неплохо проделан. Давайте еще раз закинем. А, что-то он стреляет. Ой-ой-ой, по нам уже полиция приехала. Кстати, здесь есть еще и звезды. Давай слоу-мо, блин. Оно и было в слоу-мо, а я его отключил. Такс. Это мы сломали или это так и было? Давайте посмотрим на забор, это как действует. Воу, мы можем еще и забор подрывать. Так, неплохо. Интересная система здесь реализована. За деньги также можно ходить в магазин, покупать оружие. Из копов что-то я его ни разу не выбил. Такс, вот возьмем биту. Давайте его залупим. Такс. Ну и все. Вот еще слоу-мо эффекты, но это в настройках все включалось, я уже вам показывал. Такс. И еще одного, пожалуй, заберем. Так.
Вот, собираем вот эти деньги и отправляемся вот на карте. Мы можем заметить, есть магазин оружия. Ну и не только, есть еще другие магазины. Я, пожалуй, по всему этому пройдусь, но я ставлю только некоторые моменты, поскольку как я буду бегать по миру, исследовать это все дело, я думаю, вам будет скучно на это все смотреть. Оставлю, пожалуй, только самые интересные из этой игры. Ну а по факту, что еще об игре можно сказать? Насчет миссий, по-моему, их здесь нету или есть, не знаю. Я насчет миссий не задумывался. Ну, поскольку, как по мне, эта игра больше для творения хаоса создана. Такс. Интересный здесь, кстати, райончик. Вот. Можно еще в игры какие-то играть. Ну, ладно, не суть. В общем-то, окей. Я скоро вернусь и что-нибудь для вас интересное здесь поищу. Насчет звуков в игре здесь все прекрасно, кстати, реализовано. И, кстати, я забыл вам показать вот эту игру. Я сейчас поиграл, посмотрел. И мне интересно, что там чувак сбоку делает. Так, блин, здесь мечом так интересно, кстати, надо управлять. Типа вести я сразу и не разобрался, здесь туториала нет. Не, я не знаю, однозначно тут что-то в городе-то происходит с этими чуваками. Чё они все такие, блин, странные, короче. Блин, хотя бы по один раз попасть. И, во, раз попал. И, чё, больше не попал, да? Так, здесь есть день и ночь еще, кстати говоря. Вот, уже скоро 3. Здесь просто нужно найти позицию, из которой надо кидать мяч. Вот и все. Так, ну точнее не позицию, а точку, которую надо выкинуть. Ну ладно, я скоро вернусь. Короче, мне удалось сюда попасть. Не спрашивайте как. Короче, я на велике разогнался с вот этой вот рампы и прыгнул вот сюда. Меня сейчас копы убьют. Блин, надо... Давайте сразу посмотрим, что у нас тут. Как его заводить-то, блин? Посмотрел. Зашибись. Я не знаю, как долго я ездил, но приехал на стройку, смотрю, а тут, походу, чувак с топором. Мне интересно, что он там делает-то? Так, ну, короче, давайте залезем сюда, попробуем. Интересно, что он там реально делает? Блин, с топором на стройке. Чувак, тебе там хорошо? Сейчас, серьезно? Знаешь что? РПГ я взять не смог, но окей, граната у меня зато еще осталась. И... Да ты терминатор, блин, долбанный. Так. Давай уже. Слушайте, я, походу, серьезно терминатора сейчас нашел. Это прям под него было. Что это за фигня такая? Ты вообще кто такой? Так это статуя была? Зашибись. Ну тут, в принципе, все понятно. Это диагноз, братан. Мне одному интересно, что он с ним делает. Ты его протираешь, что ли? Все, я тут, короче, сейчас объяснять не буду, что происходит, но смотрите, гуляю я такой, а тут чувак в VR-очках идет по городу. Это вообще нормально? Не, вот это, конечно, я понимаю, чувак отдыхает. Просто по полной. Жаль, что я, кстати, в игре не могу присоединиться. Я, конечно, все ожидал увидеть, но то, что моя машина сама уедет, и то, что на поле есть инопланетяне, этого я никак вообще не ожидал. А вот сейчас я, походу, в дереве елку увидел. А может, калаш взять? Давайте калаш возьмем, почему бы и нет. Такс. Все. Почему бы нам его и не протестить сразу? О-о! 5 хедшотов, чтобы завалить, это как-то много. Кстати, у них еще глаза, по-моему, светятся. Они тут посменно работают или как?
Не, я-то, конечно, налетался, но где мои лопасти? Вот это, конечно, вопрос. Ну а с вами был Ранмикс. Кто не подписан, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать выходы новых видосов. Также смотрите видосы, которые будут в конце этого видео. И пишите комментарии, чтобы попасть на мониторчик тоже в конце видео. С вами был Ранмикс. Всем удачи. Всем пока. Не, вот это, конечно, я понимаю, что я так... I've been getting money.